Третье место — гол Дмитрия Хохлова. Матч ЦСКА «Динамо». Дмитрий Хохлов, футболист ЦСКА. Отличный дальний удар. Второе место — гол Бахвы Тедеева. Встреча Алания Уралмаш. Прекрасный бросок. Ну и теперь гол-победитель. Мяч, забитый Владимиром Нидергаусом, футболистом Ротора, ворота ЦСКА. Матч 1/4 финала Кубка России. Прекрасно. Нидергаус обыгрывает 3-4 соперников. Великолепная техника. Володь, мы поздравляем тебя. Победитель конкурса «Лучший гол апреля» Владимир Нидергаус. Он забил великолепный мяч в ворота ЦСКА. Пожалуйста. Андрей Бенуа, представитель фирмы «Рейнольдс». Было очень красивый гол, мы все видели. И я поздравляю вам, очень хороший, крепкий. Спасибо. Володь, вы помните, как гол забивали?